Начинаем? Ну что, где бита? Кому привет? Бита? Бита? Бита есть. Пойдем за битой. Да, давай. Жизнь не утверждает. Это видео или фото? Видео. А, тогда, ну, тут уже можно как-то там... А то я встал, зафиксировал и зубы скалил. Мишу поженили. Да Мишу поздравляем. Поженили. Сами напились, наелись. Ух, супер. Гостя скажу. У Натальи с Володей. Да. Да. А вот. Вот мой любимый барин. Наш барин. Крепостные вокруг. Барин. Ждем Мишу. Так, это Миша гостинцы, друзья, передали. А там Миша писает, давай. Сегодня будем с Мишей. Миша, пойдем писать уже. А вот Мишаня идет. Миша, пошли уже видео снимать. Давай. Спасибо этому дому. Да, иди сюда, иди. Иди давай, сладкий, иди. Сюда, иди. С Мишей надо общаться, какого с нами? Слушай сюда. Слушай. И вот это бесцеремонность его, это... Спасибо этому дому за гостеприимство. Поворачивайся. Как нам встать? Я душевидно словить хочу. Хозяевам Наташи и Вове. Да. За вкусную еду. За то, что Вова, как говорится... За теплый дом. Душевную. Марина сними. Так, тихо, дай мне сказать. За то, что Вова создает Наташе такие условия, чтобы она не работала. Правильно. Не могла, как говорится, концентрироваться. И, как говорится, улучшать свои кулинарные способности. Все было очень вкусно. Очень. Душевно. Это Одесса. Да. Москвичи отдыхают. Вообще рядом. Киевляне отдыхают. Нью-Йорк тоже отдыхает. Америка отдыхает. Одесса — город номер один. Лучший город в мире. Ну и Лухаев. Миша. А послушай, где ребенок? Я уезжал в 91-м году из Европы. А вокруг это вот делают? Сейчас такси сделают. А вернулся в Европу, посмотрите. Это Европа. Алло, а что у меня племянница? Это как лучше команда. Америки Лондона. Да, поэтому я уезжаю за Одессу. Уже, что, что, уже. Что? С Три. Да, хорошо. Вот нам невесту найди в Америке. Да, видишь, у нас какая племянница. Сфотографируй ее там. Я засняла. Есть стимул возвращаться обратно. Да. Вот. Давай. Буду скучать. Даня, поедешь в Америку? Ну что еще, давай, лучше? Обними друзей. А? Или у нас лучше? Ну, пойдем. Американцы найдем. Короче, тебе надо так. Найти американского мужа и жить на две страны. Полгода в Америке, а место Флориды, Одесса — это Флорида. Вот и полгода в Одессе. Начиная с марта и заканчивая там... Не, допустим, март. Миша, хороший, начинается с апреля и заканчивая сентябрем. Так, и один момент. Какой? И на пасашок. Куда ты пошел? На коня. Тут немного. Мы, конечно, отменяем алкоголь, темнокультурную еду. Поэтому мы это разделим на троих. Не-не, я выпью. Да. Не надо. Я 20 лет, я выпил уже, попробую. Спасибо. Тогда я свой. Ну как, давай, на коня. Спасибо, так. Спасибо вам. На коня. Да, хорошо, взял. А ты что, попробовал? Да, посмотри. Давай, сделай. Да, я попробовал, я Наташа, знаешь, как в этом куманце я спасался? Я ж шампанского пил. Это меня Оля Ивановна научила. Ух! Шампанское, пили водку, ели-ели, пили-пили, а когда потом пьешь холодное шампанское с газиком, и оно попускает. И я на площадку вышла. Вот мясо. И даже Наташа или попустит, или парализует. Наташа попустила. В общем, за тебя. Всех вас любим. Моей однокласснице сделала такую красивую. Спасибо за компанию. Вам специально.